Всем привет! Сегодня мы с Евой сходили в магазин и решили накупить всяких вкусняшек на видео. Давайте посмотрим, что у нас. Ух ты! Какие вкусняшки у нас! Да, здесь много мармеладок. И мы сегодня и какие-то мармеладные морозки. Решили устроить такой челлендж. У нас такие два морозки. Ева будет пробовать какой-то вкус и пытаться угадать, что это. Да. Вот, давайте вам покажем, что у нас есть. Такие язычки. И какие карабургеры. А еще у нас есть такие морозки. И мороженые, вот такие смешарики. Это ага, это круто, зефирки. Это Нюша. И круассаны Чипикау с... Два. Две пачки круассанов Чипикау с да. Сюрпризом внутри. Там будет такая фишечка круглая. Да. Ну фишечка. Что, давайте же попробуем, что там да. Внутри. А что нам пробовать, Денис? Ну, давай начнем с вот этих фруктовых. Да, давай. А ты пока можешь отложить куда-то, да? Какие вкусняшки у нас. Манго вкусняшки. Манго. Вкусные, да? А ну, закрывай глаза, будешь угадывать вкус. Открывай рот. По-моему, клубничная. Точно? Правильно. Давай дальше. Давай еще парочку. Закрывай глаза. Прожуй сначала. Прожевал? Угу. Давай дальше. А по-моему, это апельсина. Ну, почти угадала. Это лимон был. Да. Давай дальше. Так знала. Но он подсматривает же нечестно. Извини. Давай, что будем следующее смотреть, что у нас? Вот эти морозки можно. Мороженое хочешь? Да. Зефир мороженое. А можно первое нюхнуть? Нюхнуть. Вот так она выглядит, смотрите. Красиво. Как девочка настоящая. Угу. Это такие все раз ем мороженое. Ух ты, какое. Разноцветное. Ага. И тут разноцветное. А ну, пробуй. Как вата. Как вата? Да. Вкусно? Не очень. А ну, дай попробую. Ну, такое действительно не очень. Да, не знаю почему. Ну, давай будем второе, да, открывать? Да. Второе такое же, с да. Крошем, да? Крош его зовут? Крош, да. Давай посмотрим. Ну, так понимаю, они будут одинаковые, по вкусу не отличаются. А ну, давай мне вот это. Пробуй. То же самое. То же самое? Да. Ой, подать. Ну, не страшно. Ну, давай, вложи дальше, посмотрим, что там еще есть. У нас, вот кстати, круассаны Чипикау, у нас, кстати, мы нашли фишки. Ева нашла у себя фишек. Да. Очень много фишек есть. Мы вам в конце покажем. Угу. Еще ну, крабки у нас такие есть. Да, у нас еще такие бургеры фруктовые. Да. Тут надо собрать самому свой бургер. Ну, давай посмотрим. Вот так оно выглядит. Странно. Оно пахнет. Ой, пахнет вкусно. Попробуй, понюхай. Ммм, как пахнет. Вкусно, да? Да. Ой, ну, уроды такие. Это собрал. Это и так собратый. А? Они собраны уже? Не, смотри, вот я так понимаю, это булочка и типа кусок мяса. Надо вот смотри, салат, какой-то сыр. И сверху вот обычная булочка, вот так. Вот. Да, понятно. Вот он, из трех частей надо собрать такой фруктовый бургер, смотрите. Вот так. Сама соберешь? А ну давай. Так. Давай пробуй. Вкусный. Угу.
Давай посмотрим вот это. Мне больше всего вот это было интересно. Я помню, раньше продавали поштучно такие, типа языки, но они раньше кисленькие были. Но это вроде фруктовые в сахаре такие. Тоже язычки. Давай посмотрим. Язычки? Язычки, да. А почему это цветные язычки? Ну, такие. Цвета они. Это сахар. Их бы открыть еще пока. Вот так, давай. Прикольные. Угу. Не задах много. Много, да, смотрите. Такие разноцветные в сахаре. На, бери, пробуй. Давай, понюхай. Ну, вкусно пахнет. Понюхай. Понюхай. Вкусно. Давай, бери. Ой. Кислое. Кислое? Да, я так и думал, что не кислое. Давай, тоже попробуй. Да, кислое что-то сильно. На кислицу похоже, да? Угу, как лимон. Будешь что такое пробовать? Ну, давай дальше посмотрим. Еще у нас есть вот такие вот, взяли орешки с миньоном, гадкие, дрожжи, шоколад в арахис. Я так понимаю, они разноцветные будут? Да. И будем угадывать цвета, по-моему. Такие. Ну, давай посмотрим. Да, смотри, они как ММДМС лежат. Как-то ММДМ, не понял. Ну, разноцветные. А-а. Смотри. О, какие. А ну, пробуй. Пробуй. Вкусные. Вкусные? Угу. Получи я на лимон. Ну да, это кисловато. Для детей такое не очень. Да. Да, это для тебя, Денис. Да, кисловато. Вкусные орешки? Угу. Ну, давай дальше посмотрим. Круассаны у нас еще, смотри, какие. Вот у нас, смотрите, вот Чипикау, здесь фишки, Дракон 3, я так понимаю, это мультфильм. И одна наклейка, вот вы должны собрать тут коллекцию фишек, мы вам в конце покажем нашу коллекцию. И такая же маленькая упаковка. Что будем открывать, какой? Сначала. Вот этот будешь? Угу. Ну, давай. Вот так вот его закрыли. А мне просто открывать. Просто? Да. Ну, будешь тогда ты открывать. Оп. Ух ты, какая фишка. И фишечка, смотрите, вот такой дракон. Там только наклейка есть, одна. Давай я тебе открою. Или ты сама будешь открывать? Ну, где я открою? Мне не выходит открывать. Оп. Вот, смотрите, да, здесь такая... Наклеечка. Вот тут поверх идет вот наклейка, ее можно вот так снять. Вот. И там фишка. То самое. Да. Вот такая фишка. Да. Спасибо. Вкусный круассан? Да, вкусный. Ну давай посмотрим, какая фишка нам здесь, в этой пачке попадет. Давай. Угу. Ложи круассан. Угу. До шоколада не дошло? Нет. Смотрите, дойдет. Сейчас тут съешь. Там было 4 круассанчика. Да, 4, тут их поменьше. Вкусно? Да. Другая фишка? Да. Да, вот смотрите, здесь нам попалась другая фишка, тут также ага, наклейка не фишка. Когда попалась одинаковая фишка. Вот такая. И там тоже наклеечка. Да, вот здесь такая же наклейка сейчас. Угу. Вот она. Видите? Там под ней фишка. Угу. На. Давай покажем теперь нашу коллекцию фишек, какая у тебя есть. Угу. Вот смотрите, Евана коллекция. Тут их около 30 штук. На, показывай вместе с теми, что тебе попались. Смотрите, какие. Еще такой есть. А еще красивый есть такой. А ну давай покажем. Вот смотрите, как красиво. Сам попался мне.
что тебе больше всего понравилось из сегодняшнего? Понравилось вот это и вот это, и круассан понравился. Не, ну понятно, что все понравилось. А что больше? Что больше? Круассаны. А меньше всего что понравилось? Вот это, да. Ну, вот эта и штучка на самом деле не очень вкусная. И это. И советуем покупать, если кто-то увидит такое. Вот. И это даже невкусно. Ну вот это оно не то, что как бы невкусно, оно кислое. Наверное, сахар кислый. Да, ну это на сахар не похоже, какие-то кислицами посыпали. Не пойму, чем. Всем пока! А также не забудьте подписаться на канал Little Eva, оставить свой лайк и написать комментарий. До новых встреч, пока-пока!